Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня мы будем готовить очередной торт. Для этого коржи уже готовы. Я сейчас буду с вами делиться, как я делаю крем для этого торта. Для моего торта надо два вида крема. Один вот сливочное масло, и сюда буду добавить нутеллу. А другой будет сливочное масло, сгущенка и заварной крем. Сначала буду взбивать первый крем, сливочное масло. Вот уже взбила. Сейчас постепенно буду добавить нутеллу. Добавить и взбивать. Дорогие, вот уже взбила, вот такой хороший крем получилось. Но я здесь добавлю 1,5 столовой ложки какао-порошок, чтобы шоколадный вкус очень выраженный был. Это тоже буду перемешать, и все, первый крем готово. Друзья, крем первый готов, пышный, вкусный, хороший, нежный крем получилось. Сейчас буду второй крем уже готовить. Белый крем уже. Здесь тоже сливочное масло. Комнатной температуры буду взбивать, чтобы стало белым. Уже масло готово. Я сейчас буду добавить сгущенку. Сгущенное молоко. Сразу все добавлю. И опять буду взбивать. Уже вот взбила сгущенное молоко. А теперь буду постепенно добавить заварной крем. Вот я добавляю последний порцию заварного крема и буду взбивать. Друзья мои, я ваниль добавила в заварной крем. Здесь буду добавить 2 столовые ложки коньяка. Можете ром добавить, можете коньячка добавить. Дорогие мои, вот 2 крема у меня уже готово. Сейчас начинку буду готовить. Здесь у меня замороженные фрукты, ежевика, черная смородина и малина. Вы какую любите, что у вас есть, то и добавьте. Здесь буду добавить 2 столовые ложки сахара и буду это немножко варить. Минут 5, вот. Вот я сварила. Сейчас буду пропустить через сито. Очень вкусно идет вкус ягодов. Вот у меня столько получилось сиропа. Я сейчас здесь добавлю 1 чайную ложку крахмал. Это у меня картофельный крахмал. И буду 5 минут варить на огне. Вот
Вот такой получилось у меня. Оно еще остынет, еще густой будет. Сейчас уже будем собирать торт. Друзья мои, вот и время собирать торт. Первый слой я уже поставила, корж. Сейчас мне будет помогать дочка Сона. Вот, по виду похоже на наш другой торт, на торт моего день рождения. Но здесь каждый по другому рецепту, начинка другая, крем другая. Сейчас пропитка она делает, там сироп и коньяк. С виду похоже, но все разное. Я уже разделила на части, вот резала банан, там грецкие орехи, чтобы под слоем, между слоем поставить. Как видели, у нас два цвета крем. Темный и белый. Сначала будем белую делать. Вот белый крем распределила, а теперь у нас был фруктовый пюре, будет вот с этим полосочки там делать круглые. Что когда будем торт резать, там видно было цвет этого и вкус. На белый крем будем вот это пюре, а на темные кремы будем бананы и грецкие орехи ставить. Очень вкусный торт это получается. Торт дорогой, шикарный, вкусный. Надо вот трудиться для этого. Мы испекли вот три коржа, у меня шесть вот слой. Друзья мои, вот видео этого коржа, этих коржей, я буду ставить ссылку вниз этого видео. На коричневый крем будем ставить бананы и еще грецкие орехи. Видите, какие разные слоя и очень вкусный будет. Надо вот немножко так крем поставить, чтобы другой корж хорошо сидела. Это еще третий корж. Еще три коржа есть. Друзья мои, и так поочередно будем собирать. Осталось вот три коржа. Друзья, осталось два коржа. Вот сейчас предпоследний корж будем ставить. Очень высоко получилось.
необходимой. Вот это уже последний кош. Будем нанести темный крем и поставим в холодильник несколько часов, чтобы пропиталось. Друзья мои, вот и закончили наш торт. Вот ночь простоял в холодильнике, а сейчас уже украсили. По-моему, очень шикарный торт получилось. Мне тоже очень нравится. Так что смотрите, если нравится, вы тоже готовьте. Если вам нравится, ставьте мне лайки, подписывайтесь, кто не подписан. Нажмите на колокольчик, чтобы каждое видео вы первые видели. И ждите новых видео. Всегда ваша Офелия. Пока-пока!